Дальше. Хитрость. Есть, допустим, очередь. Это очередь среди людей, которые стоят. Вот я человек, раздающий еду. И передо мной стоят мои знакомые. Все люди, я их очень люблю. И в этой очереди я начинаю раздавать им еду. Допустим, из большой, наверное, кастрюли я насыпаю половником им еду по тарелкам. И один человек бессовестный, он имеет такие же права, как у всех, но дело в том, что он считает себя хитрее всех остальных и без очереди проталкивается, отжимая всех остальных плечами и так далее. Вот я ему один раз дам, второй раз дам, а третий раз не захочу и скажу: иди, становись в самый конец очереди. И здесь я хочу сказать вот о чем. Любая хитрость очень часто самые нелепые неприятности, самое нелепое невезение, особенно невезение, поломка автомобиля, подвернули ногу, поломали ногу, там не подписали вам документы, хотя всем подписали. Вот невезение, любое абсолютно мелкое невезение есть следствие проявления хитрости человека. Любое невезение, ставьте тире и пишите хитрость. Бесхитростный человек, везучий человек, один из элементов уничтожения человеческого везения, уничтожения человеческой фортуны — это хитрость. Очень часто именно хитрым людям меньше везет, чем людям, в общем-то, бесхитростным. Помните об Иване Дураке историю? Он был бесхитростным, но ему везло. А люди хитрые, они обычно делают для себя плохую службу. Им, может быть, схитрить по-крупному, потом не везет тысячу раз по-мелкому. И потом, если это между собой сложить, то где они могли бы заработать или еще что-то приобрести, вот за счет этого уничтожается. То есть у человека как жизнь останавливается, вот не везет ему и все. Поэтому, если я, допустим, где-то бываю, то я становлюсь в самый конец очереди. И в случае, если я достоял, захожу. И второй раз, если прихожу и там нужно стать с самого конца, я обязательно становлюсь. Почему? Несмотря на все приоритеты, несмотря там на все, что может быть у меня, я все равно становлюсь в конец очереди. Я понимаю, что это идет вразрез понятию, которое называется хуцпа. Тем не менее, хотел бы сказать, что как человек, занимающийся эзотерикой, хитрость ставлю как один из элементов тотального приведения человека к состоянию постоянного невезения моей жизни и детей, которые связаны со мной по крови. То есть, если я хочу быть счастливым человеком, хочу, чтобы моим детям везло с замужеством, с работой, там еще с чем-то, мне нужно прекратить хитрить. Иногда хитрят люди так, там, насыпал кому-то в тарелочку, себе больше. Или там с кем-то рассчитался и схитрил. Дело в том, что это рано или поздно приведет к тому, что будут невезения. И потом человек такой говорит: да не могу устроиться на работу. Все покупаю обычно, все дороже. Ну вот что ж такое, мне не везет. Не хитрите, везти не будет. Вернее, начинайте хитрить, будет.